10 колец давали нашему роду силу и власть. Если хочешь когда-нибудь ими владеть, я должен убедиться, что ты их достоин. Мастера боевых искусств Шан-Чи с малых лет растили как беспощадного убийцу, но он выбрал для себя другую судьбу. Однако спокойной жизни главному герою не видать. Таинственная организация «Десять колец» втягивает Шан-Чи в паутину интриг, где приходится противостоять призракам прошлого. Сын мой. Нельзя бежать от своего прошлого. Это 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel и первая работа с ведущим азиатским героем. Персонажа придумали еще в 70-е на волне успехов фильмов с Брюсом Ли. На съемках Шан-Чи кинорежиссеры вдохновлялись не только фильмами с Брюсом, но и Джеки Чаном. Покажи-ка! Дай ее мне! Смотрите, парни! Когда я вырасту, стану профессиональным рестлером. Главный герой Ник Ньюэлл всегда мечтал стать бойцом ММА, чего он сумел достичь, несмотря на отсутствие руки. Ему выпадает уникальный шанс стать чемпионом в легком весе и доказать всем, что для человека не существует никаких ограничений. Победа важна не только лично для Ника, но и для всех людей с физическими особенностями и травмами. Тебя снимают с боя. Что? Я же честно пробился туда. Они не могут этого сделать. Я не сдамся. Фильм снят на реальных событиях. Боец Ник Ньюэлл до сих пор выходит в клетку и доказывает, что физические ограничения меркнут на фоне стального характера. Я буду любить тебя всем сердцем, пока смерть не разлучит нас. Помогите! Девушка по имени Эмма оказывается в настоящей западне. Она совершенно несчастлива в браке, но не может развестись. Ситуация разрешается сама собой, когда после празднования годовщины она просыпается прикованной наручниками к своему мертвому мужу. А осложняется тем, что Эмму преследуют киллеры. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. С годовщиной. Идеальная пара. Сможет ли Эмма выбраться из этой ситуации и какие ужасы ей придется пережить, узнаете уже в кино, на которое стоит сходить хотя бы ради Меган Фокс в главной роли.